я не только за себя могу сказать и за ребят, что действительно мотивация такая огромнейшая, что страна за спиной, понимаете? Здесь дети, здесь жены. Если эту нечисть туда, вернее, не туда, они там уже натворили дело, сюда, если запустить ее, ой-ой-ой, что будет? Это страшно. На выходе вот прикрывал группу, замыкал, то есть все вышли, то есть я замыкал группу, и по нам работали. Группа и меня накрыл. Все начинают, кстати, даже верить там в это. Даже вот кто здесь не верил, там начинает в это верить и действительно помогает. Я говорю, там с друг дружкой не разговаривать, разговаривать только с Богом. Когда человека не касается, человек идет и думает, да что? Да я поеду, да ничего страшного. А когда человек непосредственно уже там, на месте, и все это через себя пропускает, происходит большая переоценка всего смысла жизни. Ты начинаешь ценить вплоть до глотка воды.